Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем, либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. И именно из-за этого. Из России сдуть, сдуть смог наш Юрий. Это для тебя МИД, Министерство иностранных дел. А для меня МИД – это мохито и джин. Мальчик, угости тетю сигареткой. Мама, мама, Мария, мама. Чё буквы не закрашиваются? Я вчера лично стала жертвой нацизма, ксенофобии, экстремизма. Просто лицом в борще уснула. Ладно, Мария, уговорили. Я с вами выпью. Только перестаньте это делать. Сегодня у меня в гостях женщина непростой судьбы по утрам, которая прославилась тем, что бухала и танцевала на камеру. Иришка Чики-Пики. Юр, я Мария Захарова. Серьезно? Одну секунду. Мой косяк. Сегодня у меня в гостях женщина непростой судьбы по утрам, которая прославилась тем, что бухала и танцевала на камеру. Мария Захарова. Ну вот, другое дело. Полностью ваша должность звучит директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Юр, ну какой нудный тост. Давай уже тяпнем. Ох, прям как я через полчаса. Все помнят ваш скандальный пост, где вы сравнили президента Сербии в Белом доме с героиней фильма «Основной инстинкт». Если я кого-то обидела, то пусть они со своими обидами идут знаешь куда. Юр! Юра! Может, продолжим? Позовите мальчику врача. У него, походу, инсульт. Мария, вы сейчас под санкциями? Нет. Я сейчас под винишком. А под санкциями я уже давно. Кстати, до вас в этом кресле сидел Дмитрий Медведев. И... Димка? А я думаю, чё кресло мокрое? Ой! Вот знает, чем удивить мой круглосуточный алкогномик. Поговорим о фейках, которые вы выдаете за правду. Ой, боюсь. Ну ладно, валяй. В студии «Россия-1» вы заявили, что Хиллари Клинтон встречалась с Бен Ладеном в Белом доме. Даже школьник знает, что это был фотошоп. Юр, на «России-1» все пиздят. Даже ведущие прогнозы погоды. Ну а кто я такая, чтобы не пиздеть? Отличное название для ваших мемуаров. Спасибо за идею, мальчик мой. Слушай, а может мы после съемки поужинаем в ресторане? Проводишь меня? Полезешь лизаться, а в лифте начнешь меня раздевать. Мария, прекратите. Я никогда этого не буду делать. Я женат. Ну, как хочешь. Но я все равно сделаю в фотошопе так, что ты меня домогался. А Бен Ладен за этим всем наблюдал. Мария, как вы обычно готовитесь к предстоящим встречам на высшем уровне? Сука! Где мои трусы? Ты лифчик не видел? Ё-моё, провтыкала. Мне ж ехать надо. Куда ехать? Да никуда. Ты ж спрашивал, как я готовлюсь ко встречам. Ну вот, как-то так. Ваша цитата. Я прихожу на работу
и у меня за спиной стоят и живые, и мертвые. Я на собрании сижу рядом с Димкой Медведевым. А убитый он уже или еще меняшка? Ну, по храпу хрен разберешь. Сюрприз от Димки. Мои любимые конфеты. Белочка? Сухой спирт. Но если все за раз съесть, будет белочка. А так, хлоп под язычок. И на заседание пошла, пошла, пошла. Блиц! А ну еще раз. Блиц! А ну еще! Давай! Калинка моя, эй, калинка моя. Сука! Каблуком в глаз попала! Леди в норме. Конкурс. Если бы вы не знали, кто это, за кого бы приняли эту героиню? Ой, что это за сильно выпивающая шмара? Конкурс отменяется. У нас есть победитель. Ура! О! Вот он где, родимый. А я его месяц искала. Это надо отметить.